Твою мать! Это кто? Фух, слава богу, дышит. Пора отсюда сваливать. Блин, это ж моя квартира! Интересно, а девушка хоть симпатичная? А вдруг это потлатый мужик? Ладно, сейчас ее разбужу, а сам притворюсь спящим. Твою мать, это кто? А, это тот чувак с клуба. Надо отсюда сваливать. Ого, у него трехкомнатная. Остаюсь. Доброе утро, Женя. Доброе утро. Блин, как же ее зовут? Котик. Отлично, он не помнит, как меня зовут. Ты что, не помнишь, как меня зовут? Конечно, помню, Ира. Катя. Даша. Света? Настя? Елена Григорьевна? Оля. Конечно, помню, Оля. Вот козел, вообще-то я Аня. Помни про трешку, помни про трешку, помни про трешку. Конечно, Оля. Слушай, башка так болит. Я, наверное, водички попью. Тебе что-то взять? Господи, как же я хочу жрать. Жрать! Пицца! Чизы отбивнуха! Апельсиновый фреш, если можно. Секунду. Когда он вернется, мы вкусно позавтракаем, потом обсудим планы на нашу жизнь. Через полгода мы поженимся, я рожу ему 4 близняшек, мы переедем жить в Ниццу и умрем в один день. Походу, я еще пьяненькая. А, вот, держи. Спасибо. Нужно как-то непалевно узнать, что вчера было. Слушай, я не совсем помню, что вчера было. Что? Ты облил меня пивом, сказал, что я норм-тёлка и подрался с бомжом за голубя. Ты угостил меня коктейлем, осыпал комплиментами и был настоящим мужчиной. Странно, ничего не помню. Наверное, я устал. Ну да, устал. Ладно, нужно аккуратно ей намекнуть, чтобы она уходила. Слушай, а ты далеко отсюда живешь? Ну, часа полтора ехать. Ага. То есть, если сейчас выйдешь, то через 1.5 часа будешь дома? Ну да. Угу. Так, теперь надо узнать, ездит она на метро или ей такси вызывать. Слушай, а как ты относишься к тому, что проезд в метро подорожал? Нормально. Блин, не ездит. Придется такси. Блин, он хочет меня прогнать. Нужно срочно обидеться. Началось! Ты чего обиделась? Сам знаешь. Блин, а на что я обиделась? Придумала. Начинай плакать. Ай, блин. Надо ее как-то успокоить. Слушай, ну чего ты плачешь? Ты же самая красивая. Ранил. Милая. Ранил. Умная. Объективно нет, мимо. Слушай, а может пойдем в ресторан? Убил. Ну я не знаю. Конечно знаю. Ну вообще-то у меня были планы. Угу. Полдня плакать, полдня жрать. Но если ты настаиваешь. Я настаиваю. Ура! Жрать! Ну, тогда я быстренько соберусь, через 10 минут буду готова. Ну а что? Вроде симпатичная. Почему бы не попробовать что-то серьезное? Тем более она так по-взрослому себя ведет. Офигеть, какая у него вкусная зубная паста! Буду тупо ее хавать!